ну нет, ни в одном алфавите мира. Вот зачем, спрашивают вас, иностранцы, две подобные буквы, ша и ща. Или чтоб щука и сука не перепутать. Только у нас буквы, которые стоят в ряд в алфавите, могут составить вопросы, где еж? Ты понял, потому что еж самое умное животное в России. То, что ежу понятно, ни одному иностранцу не понятно. Почему замерзшая вода, которая свисает с крыши, называется сосулькой, а сосательная конфета леденцом, понимаешь? Ты хоть одному иностранцу объясни разницу между выражением «фу, пронесло» и «пронесло, фу». Для нас это, а для них это одинаково. Они пугаются, что безлюдное, бесчеловечное – это даже не синонимы. Я тебя никогда не забуду, это признание в любви, а я тебя запомню. А для них это одно и то же. Они понимают, почему надо ставить точки над буквой Е и Ё. Я говорю, как не ставить? Выпили все, а поставил точки, выпили все. Уже разница. Говорю, в суете суету, в суете сует. Чувствуешь? Этому иностранцу памятник поставлю, кто может понять наше общение. Как твое ничего? Говорит, да ничего. Что, совсем ничего? Говорит, да чего? Ну мало ли чего. И понятно. Они не врубаются. Почему? Ну это и в принципе нам только понятно. Чем занимаешься? Да ничем работаю. Не врубается иностранцу, что вот эта фраза у нас ругательство. Смотри у меня. Даже угроза. Смотри у меня. Ответ, знаешь, сам у себя смотри. Как две женщины на мужика накинулись, одна говорит, я тебе покажу, вторая, я тебе дам. Он говорит, ну прям не знаю, кого из вас выбрать. Ой, а дальше еще сложнее, ребята. Не врубаются иностранцы, почему тарелка на столе стоит, на полу лежит, а ботинок наоборот. Говорит, кто положил ботинок на стол, поставь на пол. Да, тарелка обратно, да, правда. А дальше в ступор ходят иностранцы. Мы говорим, стакан на столе стоит, вилка лежит. Это им понятно. Вертикально стоит, горизонтально лежит. Вилку в одни столешницы, потому что она уже тоже торчит. Правильно? В столе. А тарелка со сковородкой, они же горизонтально находятся. А мы говорим, что они стоят на столе. А тарелка в сковородке, она уже лежит в сковороде, хотя только что стояла на столе. Ты понимаешь?